Накануне Дня независимости карагандинские солдаты Национальной гвардии Республики Казахстан удостоились президентской награды. Молодые военнослужащие регионального командования Урталык Данияр Бектбаев и Ильяс Джусупов получили медаль «Жаунгерлек Ерлигошин» за образцовое выполнение воинского долга при несении службы по охране общественного порядка. Старший лейтенант Бектбаев и в свое обеденное время поймал преступника, который убил человека в кафе. А старший лейтенант Джусупов задержал в вооруженного рецидивиста, ранившего ножом свою супругу. Оба преступления произошли в этом году в Темиртау. Хотел убежать из подъезда. Был с ножом, размахивал ножом, получается. Нож мы выбили и задержали. В первую очередь выполняли воинский долг свой и переживания за сослуживцев, солдат, за товарищей, за окружающих.